Президент республики Рустам Минниханов принял участие в Малом Хадже. Он возглавляет делегацию, которая находится с визитом в Саудовской Аравии. Посетили главную мечеть мусульманского мира – Масджид Аль-Харам и совершили принятые для паломников ритуалы. В программе также поездка в Джидду на экономический форум, встреча с генсеком Организации исламского сотрудничества, другими влиятельными деятелями.